Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Galaxy Alpha One. Так, у нас сегодня будет путешествие к новому на планету за двумя видами чего-то там, не знаю, что это. Вот, и короче, проблема с жуками никуда не девается, они появляются сами собой. Короче, корабль летает на другую планету, возвращается, и все. И начинается звездяться. Они начинают спавниться, просто вот эти гнезда их, они еще и вылупляются из них, и дальше бегут. А гнездо остается. Вот это жопа. Вот здесь одно было гнездо. Вот здесь. С учетом того, что корабль прилетел только. И они даже вот отсюда не вылазят. То есть раньше они из ящиков хотя бы выныривали. Я для этого турели здесь и поставил. А сейчас они просто выныривают. Хрен знает откуда. Но мы полетели за последними ресурсами. Да, кстати. И я добуду. Да, у нас тут есть гранаты. Ну, не знаю, брать или нет. Не хочу, наверное, брать. Дробаш, нафиг он, ну, точнее, автомат. Нафиг он нужен. И без него справимся. Ну, а сейчас посмотрим, что у нас там есть. Так, один контейнер там, второй контейнер там. Все логично. Нет, бы рядом два контейнера сделать. Фиг там. О, обожаю такие планеты. Есть что? Не, ничего нету. Ну, тут более-менее видимая местность. Из-за вот только растений немного мешают. Да ладно. И гравитация, кстати, сильно. Эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, осьминожки. Блин, надо поймать одну. Там из нее капсула выпала. Хватки. Я изучил улучшение экипировки какое-то. Улучшение экипировки. Так, с улучшением эффективность увеличивается на 5. Флакон с улучшением эффективности что-то на 5. Хрен бы с ним. Спутник. Тут неудобно. Тут с холма лезут. Скорее всего, данные какие-нибудь будут. 40%. Хочу поймать тебя, то есть немножко посмотреть, они поймаются вообще, нет? Потому что как-то не добудут трилития, все, закончим 80%. На этом. Что они не ползут ниоткуда, странно. Но они медленные, в принципе. Так, отклонение от траектории. Путешествие Тома, чё? Мне пока некогда это читать. Отклонение от траектории, путешествие дома. О, идут. Чё, пойман инопланетянин? Ошибка. В смысле? Может мне какой-то резервуар нужен для этого? Так, секунду, сейчас посмотрим. Что за бред? Непонятный, короче. Секунду. Все, в общем, прилетели мы на место. Я решил не дожидаться. И мы отсюда сваливаем, так как я уже добыл отсюда все, что можно. И по ресам у нас мало. Так, секунду. Так, в общем, мы сваливаем в другую локацию. Пока котейка у меня лежит. Да, у меня теперь есть котейка. Так, и мы идем, наверное, дальше вот сюда. Вот, я хочу на высокую опасность слетать. Потому что там, скорее всего, будет как раз-таки очень много прикольных ништячков, которые мы сейчас можем посмотреть и, скорее всего, даже получить. Так, давайте как раз туда сходим. Блин, как эта штука прикольно выглядит. Так, тут нет заражения. Заражение распространяется очень сильно, и поэтому нам с ним бороться, в принципе, нереально. Не знаю как. Вот, поэтому давайте смотреть, что у нас по планетам. Нам нужно синий рыть. Смотрите, высокая опасность у мусора. Охренеть просто. Там должно быть что-то ценное. Порох. 14 штук. Ладно. Дальше что? Что же здесь? Опоры. А, в смысле? Серьезно? Я был здесь, когда успел-то? Не помню такого момента. Ну ладно. Раз я был. Да, детка. Вот она.
А эта планета отвечает всем требованиям для успешного генезиса. Короче, потребляет вот это вот все ресурсы нужно нам. Сейчас мы туда как раз таки слетаем. Мусор это потом. Сначала планета. Покажу вам. Ух, нифига себе. Алюминий, панели, опоры, кабеля. Давайте я добуду быстренько мусор. Ну, давайте сейчас один вместе с вами добуду. Так. Стоп. Да. Ага. Короче, хочу сейчас посмотреть, что отсюда вылезет. Давайте до первого монстра. Потом буду уже добывать сам. Просто хочу показать вам, что может вылезти из опасного мусора. Мне кажется, легче просто вот так вот делать и подождать. Он скоро должен вылезти. Сто пудов тут будет какая-нибудь лютая тварь. Вряд ли это будет какой-нибудь там таракашка какая-нибудь, да? Нет, это будет что-то ужасное. Причем, если мы это убьем, скорее всего, бациллы распространяются вообще по всей этой. Ну, пока тихо. Будет забавно, если я порох полностью добуду, и будет тихо. Ну, давайте, в общем, если что-то появится, мы продолжим. А вот эти твари. Космодесантники и, короче, какие-то эти... Нифига себе, с них батарейки падают сразу. Слушайте, он, смотрите, как он выглядит. Просто это, он появился, если вам так показать, он появился на последнем, на предпоследнем порохе. На предпоследнем, Карл. Предпоследнем. То есть даже не на втором, не на седьмом, а на предпоследнем. Из 12, вроде из 15. Да, тварь серьезная. Но с них, к сожалению, кроме биорезервуара, ну, эти биоматерии ничего не падает. Поэтому фиг с ним. Так, я даже боюсь представить, что... Так, сколько у нас места? 99 из 120. А, мы опорами забились. Ну ладно, опоры мы сейчас знаем, куда потратить. Вот, опоры. Опоры мы знаем, куда потратить, да? Мы же знаем, мы же умнички. Да. А, это кабеля нужны? Ё-моё. Проблема. Проблема, очень большая проблема. А нахрена мне опоры тогда в таком количестве? Ну-ка. А, на, понятно, нахрена. 5 энергии заберешь. Ну давай, забирай. Куда тебя прилепить можно? На. А ресурсы. Ага, хрен там плавал, да? Так, а тут у нас все забито в хлам, да. О! Даже склад тут не выставляется. Обидно. Очень обидно. Смотрим, может тут есть еще какое-нибудь место, где можно залепить все же один. Складец. Так, R. О. Ему там все равно не место, но пусть будет. И тем самым у меня 160. Ну да, неплохо. Неплохо. Давайте опоры пока подобываем. Посмотрим, может сейчас из опор кто-нибудь появится интересный. Короче, отсюда... Ух, ёпта мать. Ах, ты сволочь. Охренеть, он меня отравил. Ё-моё. Интересненько. Очень даже. Нифига себе, он меня отравил, сволочь. Сволота такая. Так, ну ладно, запомним. Ну ладно, в общем, все добуду и продолжим. Так, все продолжаем. Я уже в... здесь. Так. С мусором, в общем, я разобрался. Тут остался алюминий. А, и тут остался у нас медь и железо, опоры, кабели. Панели, давайте. Отправим пока наших полетать. Так, сейчас. А этим поможем. Опа, вылез. Ага. Слушай, брат Турелькин. Пусть он добывает, потому что, ну, как вы понимаете, в упор можно. И тут турель кончилась. Ёб твою за ногу. Турель нужны. Надо вот уже... У нас сера есть? Нет, у нас пороха нет. Кто? Давай, вылазь. Ну ладно, на изи разобрались. Так, есть что?
Ничего. Обидно. Ну, они добили планету целую. Вообще прекрасно. Вообще прекрасно, они добили целую планету. Нам нужно... Ё-моё. Нам нужно еще один... Нужно, во-первых, посмотреть, нет ли тут сюрпризов, где... Опа, а вот и сюрпризы. Черт. Откуда эти твари вылезли? Сволочи. Не, ну в реакторе их нету. Блин, вот видите, откуда они вылазят, непонятно. Ё-моё. Только не теплица. Реально, только не теплица. Да я знаю, что биорезервуар переполнен. Блинский, блин, только не теплица. А у нас модуля улучшения больше нету. Так, в реакторе нету, кстати. Что приятно. Уже. С хрена ли они в теплице появились, непонятно. От слова совсем. Да, модуля улучшения тут не хватает прям, даже очень сильно. Так, здесь больше нету. Как тут в реакторе дела идут, давайте посмотрим. Блин, вот бесит. Переработка началась. Все слово бесит. Вот как они могут быть здесь, если я только что отсюда? О, сейчас появится. Давай, 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 спаунить. Разберетесь. Молодцы, разбирайтесь. Так, блин, вот реально с монстрами внизу это будет печаль. У меня мало ресов, поэтому, как вы понимаете, все плохо в этом плане. Ты вообще иди отсюда. Я смотрю, что-то как ты, Турлик, тут вообще не помогаешь никому ни хрена. Так. А, не знаю, какая турелька, каким макаром ее убила и откуда он взялся. Но да хрен с ним. Так, ну тут вроде одна стоит. Одна стоит. Одна стоит, вторая стоит. Турель две есть, а толку с них ноль. Как вообще, зараза... Вот... Как сделать так, чтобы зараза не прорывалась вообще сюда? Не понимаю. Потому что, ну, бесит. От слова совсем. Фух, ладно, валим. Ну, это ладно еще. Ну, то есть мы его контролируем. Он вылазит, и его турельки расхерачивают. Поэтому здесь щит и стоит. Так, что у нас дальше по планетам? Летите. Сколько там, кстати, раз сбегать? Так, 6, 5, 11, 14. Три раза. Раньше вот здесь все было захламлено этими монстрами. Теперь их тут нету, блин. Они какого-то макара там появляются. На всякий пожарный. На всякий. Влеплю одну турельку, пусть она, если что, атакует. А, кстати, патрики. А, как я понял, плазменное оружие против них не сильно работает. Нужно именно... Нужно именно это. Не плазменное оружие, а автоматическое. Власть, власть. Да, и против них только авто... Во, сейчас появится что-то.
Давай, давай. Вот куда дым идет? Почему дым все время куда-то вот убегает от меня? Давайте. Появляйся, зародыш. Блин, надо дым искать. С ручником прям. Он куда-то ушел. Он из него сейчас должно что-то появиться. Оу. Охереть. Появилось что-то. Под этим быстрее. Ё-моё. Блин, тут можно было раньше какие-то фильтры ставить. Ну не фильтры, а эти, блин. Защитные барьеры или что-то в этом роде. Ну, как это называется-то? Защиту, короче, можно было колепать. Опа. Подожди-ка. Нет активных процессов. Я в курсе, что нет активных процессов. Но мы можем изучить лечение, как минимум. Просто смотрите, если я сейчас запущу эту хрень, ну, в плане, забью на то, что они появляются, вот эти споры, то через перелет на... О, вот еще, вот как-то здесь. То на перелет, когда будет перелет на пару других планет, у меня тут такая жопа начнется. От слова совсем. И вот единственный плюс, когда играешь вдвоем, да, ты можешь как бы контролировать всю эту хрень. Не знаю, кстати, здесь кооператив есть или нет. Не смотрел. Ни разу. Вот, но если бы можно было играть вдвоем, то один просто... Ну, вдвоем было бы легче, конечно, просматривать всю эту хрень. На моменты с тараканами. Так, чего вообще туплю-то? Давайте, чего вы стоите-то? Отправляйтесь. Отправляйтесь, пока мы тут заразу ищем. А, они могут потихоньку добывать нам ресы. И не потихоньку даже. Опять? Это что за прикол-то? Кого-то положили сверху. Надо боеприпасов пополнить в Харвестере. Дезинфицирующая какая-нибудь херня же должна быть. Ладно. Кстати, две турели дополнительные. Так, сейчас они уберут, мы отправим их на еще одну планету, а потом полетим на ту самую планету, где у нас может быть что-то получиться. Как хорошо. Плазменное оружие. Ух, ни хрена себе тут. Офигеть, вы видели? Я представляю, что тут за куча была твари, что аж так сильно это разродилось. Ярко-то как. Так, сейчас мы еще разочек тут прогуляемся и отправляемся на следующую планету. Не знаю, как идет момент заражения в плане... куда пыль разлетается и с какой скоростью и как вообще это все контролировать. Судя по мне, я реально не знаю, так как у меня тут постоянные заражения и постоянные пострелушки с монстрами. Ладно, у меня есть еще две турели, да? Супер, погнали.
Охереть. Чисто, чисто. Почему заражение сквозь вот эти барьеры проходит? Ну, я понимаю, что это газ, все дела, но все равно. Какая-то защита должна против них есть. А, есть защита в герметичные отсеки. Которых у меня нету. Вы забрали. Не герметичные отсеки, а эти. Короче, есть там отсеки специальные. Дают защиту против этой хрени. Ладно, зачисткой базы мы займемся позже. Сейчас у нас есть время отправить нашего друга в последний раз за последними ресурсами. А сами пока пойдем вот сюда и выберем то, что им перерабатывать. Нам сейчас нужны кабеля. А, тут три ресурса осталось. Ну, надо ускорить просто переработку по вырому и следить за турелями. Сколько у тебя? Хочу умирать. Охереть. Это планета сложного характера. Когда биорезервуар переполнен этим биофигней, мы хилимся. Я только что изучил глубокую хватку. Не знаю, что бы это ни значило, но я это изучил. Это, наверное, модификация, которую я собрал полностью. Осталось только изучить. Жопа. Полностью жопа. Так, ладно, полетели на планету. Надеюсь, тут жопа не настанет, пока нас не будет. Ой, как есть. Давайте сейчас еще последний раз проверим, чтобы жопа не настала. Блин, лазерное оружие, короче, надо искать Т-энергию быстро, срочно, и менять ее на что-нибудь новенькое. Точнее, новое оружие какое-нибудь делать. Во-во-во. New materials have been refined. Ё-моё. Как меня бесит эта хрень. Серьезно. Ее срочно надо уничтожать. Я понимаю, тут турель стоит, и когда они вылупятся, они турелька ничего не... Ну, турелька их завалит. Но я не хочу лишний раз боеприпас турельки тратить. Ой, аккумулятор. New materials have been refined. Главное, чтобы вы тут не появились. То жопа будет полная. От слова совсем. Так, сейчас я до конца дойду, посмотрю. Нету сюрпризов. Да вроде нету. У меня есть еще турели? Нет, турели нет. А куда я делал? В смысле, а куда я еще одну делал? Странно. Ну ладно, фиг с ним. Вроде... Ах ты... Да твою мать, откуда? Да что это за прикол? Грёбаный газ. Как ты меня бесишь. Ну давай, появляйся. Сюда никто не ходит, ни роботы, никто. Откуда он появляется? Ну то есть, если бы эти бациллы кто-то еще разносил, я бы понял, но... Роботы сюда не ходят, сюда никто не ходит. Откуда они здесь появляются, непонятно. Для этого тут барьер стоит. Молодец, вовремя шмальнул. Цены тебе просто нет. И это сарказм. Так, вроде все. Реально, тут надо контролировать эту хрень, что аж прям бесит.
популяция этих выродков мелких. Все, полетели на безопасную планету. Посмотрим, что там. Вы же все добыли, да? Эй, встань. Так, тут все. 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 Че? Оу, да ты гонишь. Требуется команда потребляет калаш. Ясно. Мы не можем сюда полететь. У нас нет команды, которая на калаше. Понятно. Ну ладно, фиг с ним. Ничего страшного. Стоп. Кое-что страшное. Кое-что... Стоп, в смысле? А турель где? С нижняя. Не понял. Подожди, а где нижняя турель? А, вон она стоит. Все. А ты что-то испугался. Не туда побежал опять. Так, все, давайте тогда на корабль и валим дальше. Ну, куда-нибудь посмотрим. Так, а мы тут, а тут мы низко. Обожаю эти межгалактические прыжки. Так, нам туда. Эти межгалактические прыжки. Уф. Раз. Классная штука. Ну, щиты, кстати, пока дождь. А можем щиты сделать, кстати? А, защита. Убежище. Мастерская. Космо. Щит. Ага, центрифуга нужна. Но можем еще один гипердвижок сделать. 93-160. Что у нас в приоритете? Опоры. Ну да, у нас из опор все делается. Захватывающий луч. Захватывающий луч один из одного? Нет. Склад. Хранилище. Центр инопланетных исследований. Поймай живых инопланетян, помести их в центр инопланетных исследований. Не получается. Цех переработки нам не нужен. Команда. Жилые отсеки. Комната отдыха. Лаборатория клонирования. И медицинские исследования или изолятор. А позволяет выполнять исследования, лечить болезни. О! У нас... А у меня нет изолятора. Research these diseases in the medical research lab. Research diseases will then be cured automatically. Please mind that you have to collect disease samples dropped by sick crew members. У меня нет изолятора, но потом сбегаем, сейчас посмотрим. Так, здесь есть мусор всякий. Нам желательно его добыть. И много батарейки. Батарейки нужны? Желательно планеты. Надо посмотреть еще. Порох. Ой, порох-то как нужен. У-у-у, турели. Турели нужны, порох важен. Литий, ну такая себе. Ну, уровень маленький, поэтому... Еще одна планета. О, биосфера корабля. Потребление. О, смотрите, 5 из 24. Это мне надо добить полностью биосферу корабля, чтобы туда попасть. Жесть. Еще сера. Охрененно. Мало ресурсов, правда, но охрененно. Ага, папоротник О2. Вот этот нам надо срочником. Ладно, давайте тогда с мусором мы разберемся позже. А, хотя давайте я прям... О! Т, давайте смотреть. А, у нас есть 5 из 24, как вы видите. Увеличь вашу команду, чтобы получить достаточное количество поселенцев для генезис при необходимом улучшении ДНК команды, чтобы она соответствовала биосфере планеты. Да, я знаю. Я все это знаю. О! А флакон с уменьшением... Так, с улучшением экипировки увеличит здоровье на 5. И че, где мои плюс 5%? Ладно, давайте я сейчас быстренько добуду весь мусор. И мы займемся планетами. Так, в общем, все я добыл. У нас тут случилось ЧП. Как видите, я с автоматом. Короче, из обычного хлама вылезло два космодесантника. Ну, я был как бы готов, да, заранее. Короче, мне снесли лифт. Один из... Да, короче, между двумя этажами лифт был. Вот, его мне снесли. Пришлось его полностью сносить. Точнее, пришлось его удалять. И, ну, то, что там, короче, заражение пошло. Жуки там бегали, я их убить не мог, потому что не мог пролезть под лифт. А вот, пришлось сносить, короче, лифт к чертям. А вот, и все, в принципе.
В принципе, все. И пришлось, короче, заново перестроечку делать маленькую. Биорезервуары, биорезервуары. Так, можно здесь выйти. Да, жуков, короче, до хрена. И что с ними делать, я вообще без понятия. Жопа, одним словом. Сейчас мы еще тут в коридорах посмотрим, нет ли тут сюрпризов мне. Вот даже тут турель стоит, прекрасно. Да, я тут наклепал еще парочку ресурсов. Так, теплица. Ну, погнали, в общем, на планету, посмотрим, что там сейчас мы добыть сможем. Тут главное, как дела идут. Тут вроде пока хорошо. Давайте посмотрим. Тут вроде переработка идет. Потихоньку. Семимильными шажками. Сюрпризов мне тут не накидали никаких. Да задрал ты уже вставать, когда тебе не надо. Слушай, ты бесишь меня. Тут все нормально. Так, и вот сюда зайдем. Именно с автоматом, потому что автомат против них, я посмотрел, неплохо им дамажит. Но просто после того, как из обычного мусора, из обычного хлама, понимаете, обычный, самый обычный, вылез космодесантник, я понял, что, ну, время пришло. Время пришло творить жесть. И, кстати, у нас есть растения, давайте их посадим. Может быть, сможем кого-нибудь из этих напрячь. Так, давай смотреть. У нас есть еще накатка. У нас есть растение. Есть. Ёб твою мать, растение. Чё за прикол-то, а? Это О2. Это NH3. Нет, это не надо. Вот это сажать. Растение. У нас же эти должны... Блин, я уж испугался. У нас же должны быть эти, как его, не клоны, а... У нас же кто-то должен заниматься этой хренью. Нам нужны клонов посмотреть срочно, чтобы понять, какие растения нам еще нужны. Так, это захватывающий луч, это реактор. Стоп, куда мне идти-то, ё-моё? В лаборатории клонирования, где у нас? А, мне в захватывающий луч надо зайти. Вот, так, они появились, и все, я ничего с этим не смог. Чего, опять что ли? В смысле, опять? Да ну не. А, кстати, медицинский отсек, давайте-ка. Какая мерзота. Давайте посмотрим, что тут интересного есть. Болезни. Ни одной нету. Ха-ха. Приятно. Приятно, что нет ни одной болезни. Так, а что у нас? Подожди, а мы разве теплицу вторую не строили? А, мы третью теплицу не строили еще. А, нам панели не хватает, ясно. А я, короче, побежал искать третью теплицу. Так. Блин, эти звуки как бы вроде безопасные, типа, ну, типа нормально все. А на самом деле тебе потом полбазы сожрут. Они реально, они снесли мне космолифт. Я не знал, что с ним делать. Ну, его надо было чинить, а я не мог. Так, где у меня биорезервуары, биолаборатория вообще? Жилой отсек, биорезервуар, лаборатория... А, все правильно, лаборатория клонирования у нас вот здесь находится. Так, в смысле нет биосферы? Для тебя что нужно? Тебе... А, ты не исследован. Ты еще не этот. Тебе нужно КОАЖ. У нас есть КОАЖ. Рок. Значит, КОАЖ надо, да? Все правильно я тогда думал. Так, это теплица какая? Нам надо вот сюда. Блин, я корабль здоровый, уже путаться начинаю. Ну, пока что... Слушайте, что... Ну, ладно, нет, не будем, пожалуй, отправлять никого. Отправимся сами. Давайте сначала здесь решим вопрос. Так, растения. Уничтожить. Растения. Я сказал растения. Вот, О2.
Растение погибло, я в курсе. А мне надо теплицу еще одну строить, чтобы... Фух, я уж испугался, он в гипердвигателе какая-нибудь тварь завелась. Да, нужно еще одно растение строить, чтобы... Ну, вы поняли. Ну, чувак-чок ходит, я думаю... Ладно, сейчас все принесут и мы продолжим. Все, мы посадили растение, у нас О2 увеличилось. Что, конечно же, приятно. Дай пройти туда... Слушай, братан, тебе везет реально, что я тебя пристрелить не хочу. Потому что у меня тогда будет минус один, а мне еще придется одного клепать, а мне не хочется на тебя рез тратить. Сейчас же доступно, да? Почему только один клон? Я вот это не понимаю, реально. Это, конечно, обидно немножко. Здоровье 125 у этого, кстати. У этого сотка. 125. Здорово, братан. О, это статуэтка. Никогда не замечал ее здесь. Все, иди отсюда. А, у меня 105 хп, кстати говоря. Кстати говоря, у меня 105 хп. Ладно, этого мы взяли. Такой звук, что сейчас кто-то прилетит как будто. Ладно, все. Валим по планетам. Нам надо сейчас залутать одну, как минимум. Одну очень важную. Одну очень важную, это вот эту. Тут О2 есть и грипп. Готовьтесь. Сейчас будет, ребят, на очень легкой планете. Очень сложно. Реально, если там космодесант появляется из обычного мусора... Тут уже сейчас будет вообще лютая. Так, где ящик? Сзади. Да, ни турели, ничего с собой не взял. Ненавижу эту планету уже всем сердцем. Ну хотя бы и припасики есть. Да, с фонариком плохо, а. Ну вот видите, как ярко светит. А, что, еще что ли один ящик есть? А, нет, это один. О, 28 метров. Кто идет? 60%. Я все равно вас ловить не могу. Толку мне от них. Да, реально, ловить не могу, ужас. Че? Столовая? О, красненького надо валить. Красненького надо валить. Так, растения в первую очередь, да, ребят. Два уже посадили, да? Молодцы. Серу надо. Следом серу хотя бы добудем. Грибы и растения — это хорошо. Можем где-нибудь посадить их потом. Все, харвестер заполнен. К сожалению. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас еще на другую планету слетаем за еще ресурсами. И все. И можно это потихоньку заканчивать. Сейчас мы еще, конечно, пару тварей к себе на базу приведем. Мы сейчас какое-то здание получили новое. Кажется, если мне память не изменяет. Да. Так, как у нас по теплицам дела? Никак. Цех переработки, соединение. Гипердвигатель. Вот щиты мне бы я сделал, но центрифугу еще я не нашел. Убежище, мастерская мне не нужна. Система защиты, теплица. Панели. Три всего. Ребятки, давайте быстрее, пожалуйста. Сейчас посмотрим по этим. КОАШ, кстати, вот. Можно добыть. Мне нужны... А, вот порох и уран остался. Здесь литий, это батареи. 3 из 24. А, ну да, точно. Уровень генезиса первый, 0 из 24. Я не знаю, что это. У нас батарейки. Вот здесь сейчас.
Я надеюсь на что-нибудь более прикольное. У нас есть, кстати, один ни хрена не делающий парнишка. Надо его куда-нибудь отправить. Жалко, что нельзя откуда-то из одной панели заставлять их делать все прям, что мне надо. То есть там в мастерскую их отправить и так далее. Чтобы они в мастерской что-то делали. Ну, вы поняли. А? Сейчас посмотрим со светом как. О, идеальная планета. Обожаю такие. Вообще шикардосина. Так, ну, к сожалению, тут ничего нету. Ну, потому что это спутник упавший. Но здесь идеально. И по стрелушке, и все остальное будет. Ну, если высокие монстры, то мы их разложим спокойно. А если даже мелкие, то они поближе подойдут, я их положу. 60%. 80%. Во, идут. Так, о, да у меня есть это. Винтовка САУ. Ну-ка, я ссал на вашу винтовку. Так. Литий пригодится. Больше лития, больше лития. Сейчас винтовку САУ посмотрим. Чуваки, вы сколько вообще добыли? А, Харвестер полон, все, валим тогда отсюда. Все, что надо, я добыл. Сейчас винтовочку новую посмотрим. Я понял, что Харвестер полон. Пушки прикольно выглядят. Zero. И стоим. Напугало меня слегка. Так, сюрпризов нету на базе? Как это нету сюрпризов на базе? Если сюрприза на базе нету, жизнь просто зря, блин, мне кажется. Дым-то сколько. Ладно, сейчас я быстро совсем разберусь и посмотрю на новую винтовочку. Так, в общем, они полетели еще раз, я отправил их. И тут у нас, короче, столовая появилась. Вот местоположение объектов. Столовая. Нет. Не надо от слова совсем. Мне это столовая. Робот выглядит шикарно. Да, совсем не нужна мне столовка. Я не понимаю, нахрена здесь камера, если честно. Вот реально. Тут же как бы, ну, толку от улучшения вообще никакого не вижу. Тупо камера работать начинает. Здесь надо еще 3 раза слетать. Здесь еще 1, 2 даже. И здесь еще где-то надо было. Здесь 2, и здесь. А, вот они пролетели как раз. С растением и всякими там плюхами. Давайте, появляйтесь уже, монстры, я вас раскладывать буду. Нет? Смотри, даже дым не появился. Это приятно. Я хочу сейчас просто по максимуму забить хранилище, и пусть они перерабатывают. Но придется периодически лазить вот сюда и жуков убивать. Ладно, пусть они его разгрузят. Мы пойдем пока что посмотрим на новую пушку. И, возможно, экипируем ее себе. Кстати, а может она здесь уже есть? Дай посмотрю. Не, здесь ее нету. Значит, пойдемте найдем ее и посмотрим, что это такое и как и с чем это едят. Так. Мастерская оружия. А, она у нас вроде с этой стороны. Нет, стоп. Она у нас вот с этой стороны. Вроде вот это. Да. Виды оружия. Пистолет. Шмаузер. Неизученный шмаузер. Штурмовая винтовка. Кислотная. И новая. Добавить. Смотрим. А, она вот такие патрики ест. Прикольно. Ну, выглядит она как-то по-ублюдски, если честно. Средства защиты.
турели. Немножечко турели. Боеприпасы, пули. О, оболочка нужна. Нихера себе. Член команды болен. Какой? Это плохо, это плохо. Где он? Это очень плохо. Его надо валить срочно. Я не вижу, кто из членов команды болен. Потом сделаем. Стоп, давайте назначим сюда человечка, пусть он клепает нам все. Быстрее, где? Он болен. Иди вперед. Надо найти этого чувака срочно. Я думаю, что он у нас в резерв... в био этом. Черт. Надо так было сделать. Срочно. Короче, да, я знаю, что это жестоко. Ни хрена себе здоровый какой. Ну так надо было сделать, поверьте мне. Так и больше никак. Надо было так сделать. Я лучше сейчас себе создам новых этих ребят, чем просру. Лучше просру всю команду. Образцы болезни. Я лучше просру всю команду, чем я лучше реально просру всю команду, чем дам этой хрени заразить нам всех подряд. 7 из 10, тем более. Черт, болезнь вообще как не кстати. Лечись, чувак. Болезнь... О, еще две. Эй, вы задрали. Да, болезнь вообще как не кстати. Ё-моё. Болезнь реально появилась. Он заразился, пока сидел дома. Охренеть. Как это тупо, да, звучит? Заразился, пока сидел дома. Нам нужно срочно идти в эту хрень и вылечивать... народ. Пока заболевших стало еще не еще больше. Так, ты цел? Ты цел. Где наш лифт? Быстрей, валим отсюда. Лечить. Второй этаж. Давай. Реактор, жилой отсек, это не то. Медицинская, вот, давай. Черт, твою мать. Яйца, так, своих хозяин, чьи хозяин распространяет яйца. У нас синей радиации нет. Вот это фиаско, братан. Стоп, 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 нулевой этаж. Ты цел? Ты не болен. Я столько клонов положил, ё-моё. Надо их восстанавливать сейчас, восполнять. Все нормально, никто яйца больше не раскидывает. У меня синяя... Вот блин, вот засунули эту грёбаную сраную синюю радиацию. И все, и началась жопа. В плане раньше было нормально, сейчас жесть. Так, надо пройтись по нижнему... О, вот еще. Образец клона я нашел, приятно. И у нас новый клон. Приятно. Новый клон.
ну сейчас биорезервуар нам очень поможет, если честно. Какого хрен только ты никого не атакуешь? Вот этот вопрос мне интересен. Что это такое? А, это мусор. Да, вот единственное, что мне не нравится здесь, в фермах, это то, что тут мусор валяется, и ты хрен поймешь. То ли это заражение, то ли это так и надо. Так. Ну вот, как я уже говорил, жопа началась. Ну, винтовку мы новую посмотрели. Кстати, мы так и никого не убили с этой винтовки. А чё бы нет, да? Так. Тут пока чисто. Пока. В теплицу они еще не пробрались. Точнее, не пробрались, но... Вроде как все нормально. Ага, ключевое слово вроде как. Ну тут я надеюсь, что все прокатит, потому что мне нечем лечить болезнь, мне нужна синяя радиация, у меня нет синей радиации. Ну вроде всех зараженных я положил. У меня, наверное, численность команды, конечно, подупала очень сильно. Но мы сейчас ее восстановим спокойно. Да, численность команды упала, потому что никто не перерабатывает растения. Сколько у нас численность команды? Да вообще пару человек осталось. Так, где у нас лаборатория био? Да, болезнь забирает лучших. Но это не страшно, кстати. А, так. А для вас двоих биосферы недостаточно. А, вот новый клон, кстати. Ему О2 тоже нужно, но у нас, как я уже говорил, синей радиации нет. Ну, мы убили всего пару клонов, так что сейчас они быстренько возродятся. Скоро вернусь. Все, мы восстановили популяцию нашего корабля. Так. Сейчас мы вас, ребята, отправим по делам. Я так понимаю, они все начали вот отсюда кашлять. Да? Ну, судя по тому, что здесь вообще никого нету. В смысле? А, ну тут два человека и надо. А, начните с пороха, да. Два человека и надо. Желает секи нет. Центр исследований нет. А куда у нас еще тогда ребята ушли? Так, а, вот сюда. Еще один. А, сюда надо кого-то? Сюда никого не надо, в принципе. Так, у нас в мастерской, по идее, должен быть один еще. Если мне не изменяет память, то в мастерской должен быть еще один человечек. Угу. А, ты тут. Красавчик. Красавчик. Но это нам не надо. Боеприпасы я не могу эти делать. Эти могу. Сделай мне... Роботов мне сделай. Роботы из чего делаются? Из опор. Какая прелесть. 4 робота сделай. И средства защиты 2. Это не надо. Виды оружия у меня осталось только изучить вот эту штуку. Короче, синяя радиация, ребят. Синяя радиация. Синяя радиация. Давайте пока заменим пистолет на этот. Ой, тихо. А что тут у нас интересного? Не-не-не, в жопу. Не полезем мы сюда. Нафиг. Это вообще надолго. Так, мастерская. Вроде мы всех заставили работать. Сейчас посмотрим через теплицу, все ли работают. Нет, житель есть еще один. Скорее всего, в той теплице никого нету. Стоп. Потому что надо в ту теплицу кого-нибудь засунуть, пусть работает. Кстати, гриб надо отсюда удалить, я так думаю. А, нет, здесь работают. В смысле, а что за прикол? Откуда у меня тогда свободные места? Так, вот эта теплица. Так, давайте-ка. А, чё? А, мне показалось. Короче, подглюкивание есть. Гриб. Вот H2, он нам не нужен. Не нужен. Папоротник О2. Гриб КОH, кстати. Вот, гриб КОH. Вот я хочу его посадить, и мы посмотрим на нового этого. Как у нас, кстати, по системам жизни? Теплица. Блин. Да, хранилище 200. Я расширил склад. О, 3 растения еще.
Уничтожай его, удаляй его отсюда, мы полностью уничтожаем. Мы сейчас можем клона нового создать. Давайте сейчас как раз таки принесут, и мы создадим нового клона. Так, вот такое прикольное растение у нас получилось. И пойдемте создадим клона. Потом рассмотрим растение поближе. И клона вот этого мы можем создать себе. Вот он. У него 125 выносливости, но меньше хп. Что меня, ну, радует, в принципе. Точнее, меньше интеллекта. Так, появись, появись, появись. Новый клон, Крайл. Ух ты, какая ты здоровая. Ух, ё-моё. У тебя 6 глаз. У тебя выносливости больше, но с интеллектом у тебя прям все плохо. Выходи. Ты можешь только одного создать, да? Жал. В смысле? Я еще одного могу создать. Почему? Не знаю. Да и хрен бы с ним. Можем двоих создать. Пусть будет. Пофиг. Все. Два клона плюсом. Шикарно. Народу еще стало больше. Биорезервуар, жилые отсеки, теплицы. Так, а растение вот так вот. Слушайте, оно выглядит шикарно. Почему оно так много дает? У нас КОАЖ одна только. Катка. А почему он дает... Ну-ка, давайте-ка добежим до туда, посмотрим. Да, серию надо же закруглять, она уже затянулась. Надо фига. Нет, тут такое ваш. Тут N... Подожди, растение. N2O, N2O2, во. Катка. Катка. Опа, у нас сейчас будет еще один клон человеческий. Шикарно. Так, а тебе хочешь еще одного дадим? Нет, этих мы не дадим по-любому, у них вот этого можем дать. А 125 хп, у нас двое еще свободных. Я знаю, что я с ними сделаю. Я сейчас удалю тогда из... Короче, с собой возьмем ребят покрепче. На воевашке. На воевашке возьмем ребят покрепче. Вот так. Ну и жителя возьмем одного. У нас остается один житель. Там все забито, там все забито. Склад забит, теплица забита. Ну, в теплицу есть только засунуть. Стой, подожди, мы где-то вот здесь. А, мы можем вот сюда засунуть одного. Не знаю зачем, но пусть будет. О, торгаш, полетели. Я знаю. Мы две планеты нашли. Торгаш нам нужен. Нам нужны блоки кое-какие. Смотрим, что у тебя есть. А у тебя порох есть. Проводка. Нам проводка нужна? У нас кабеля нету. Из проводки... А, проводки у нас в принципе нету. Охренеть. Опоры. Опоры нам не нужны. Проводку заберем. И порох. Мы найдем сейчас на что поменяться. Нам опоры не нужны. 10 штук. Тридцать пять? Не, стоп. Пороха мне столько не надо. А, так. Все. А теперь возвращаемся к планете, которую мы не дол... Нет, нафиг. Нафиг эту планету. 4 из 4. Исследование планет 4 из 4. Исследование планет 5 из 5. А, нам вот сюда надо. Две планеты, прям, причем они рядом находятся. Я знаю, что ему да вот этот недоразведали, но да хрен бы с ней. Она мне вообще не уперлась. Так. Хочу вот сюда. Значит, будем разведывать планету, потом тэпаться на нее, потом собирать все, а потом идти дальше. Так, эй, братан. О, черт. Я в тебе застрял. Ни хрен, тепловой элемент переработан. Так, давай еще одного человека. Одного только? Двух? Что за прикол-то? Я что, за одно растение могу двух поставить? Я не понимаю этого момента. А раньше так нельзя было делать. Слушай, я с клонами пока... Давай, появись тут. Ну, появляйся быстрее. Я тебя здесь оставлю, и ты мне второго сделаешь. Раньше нельзя было, короче, делать... Ну, из одного растения один клон делался. Почему сейчас два, непонятно. Каким макаром? Вот. Все, мы тебя назначили. Ты как раз здесь и будешь, блин, производить мне клонов. Потому что мне самому лень. Ну что ж, давайте на этом пока что закончим.
Что тут происходит? Ох ты, тварь. Жопа началась. От слова совсем. Вот ты какого хрена тут стоишь, скажи мне? Вот почему зараза пробирается постоянно сюда? А у меня турели есть? Хи, прикольно. Так. Почему зараза... Клон еще человек сделан один. Почему зараза постоянно сюда пробирается? Непонятно. Какого мать его хрена? Зараза постоянно сюда пробирается. Не знаю, на всякий пожарный разложу. У меня еще турель одна осталась. Вот и мы ее оставим пока на будущее. Как они меня бесят, если честно. Только хочешь завершить серию на хорошем моменте. Кучу клонов создали, пушки, фигушки, новых клонов создали. И тут на тебе. Сюрприз, бонус, мать твою. Тут у нас как с бонусами. Нам нужна синяя радиация с ручником. Если сейчас найдем планеты, на которых она... Сейчас, короче, бегаем за синей радиацией. Потому что если мы болезнь не вылечим, это жопа начнется, реально жопа. Так, в общем, ладно, на этом пока закончим. Хотя давайте, подождите, куда заканчивать. Давайте посмотрим, что на планетах есть. Нам нужна синяя радиация. Нет. Да, кстати, местоположение клонов можем посмотреть. Нам нужна синяя радиация. Синяя радиация. Чисто синяя радиация. Опоры? Кабель? Батареи? Чё? В смысле? Чё за прикол? Как они у меня отсканировались так резко? Литий, железо, алюминий, панели, опоры, батареи. Вот это мы добудем. Слушайте, ну батарейки, кабеля и опоры. Опоры, нет, стоп, нам кабель нужен. В общем, ладно, это я все добуду. Уже не на запись, фиг с ним. На планету мы тоже слетаем не на запись. Ну, потому что, ну ладно, я покажу, что мы там найдем. Обязательно. Вот, а нам надо уже искать синюю радиацию. Потому что без нее у нас нам вообще все плохо будет. Так, слушайте. Жить, ну вроде как бы. Это что, цех переработки есть? В жилом отсеке чел сидит. Гипердвигатель не нужен. В хранилище тоже никому не нужен. В лаборатории есть. Биорезервуар не нужен. Че у нас тут? Даже тут есть один. То есть, непонятно вообще, что за жесть. Но народ есть. А, стоп, подожди, у нас же тут можно еще одного забрать. Давай, один захват щелочь. Ну, в общем, ладно, на этом пока закончим. Я сейчас все это добуду. И продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.